Всем привет! Мы начинаем наш путь, ждем старших товарищей и вылетаем. Ученского получается у нас перевес. Вот. Помогаем? Да, у меня как работа. Можем. Ну а как без этого? Вообще. Своих не бросаем. Естественно. Так, ну что, Илья Сергеевич, команда в сборе. Здравствуйте, Илья Прошли Сергеевич. Прошли все процедуры, все благодарны, да? Все благодарны же. Все в шоке. Все в шоке, в большом. В 7 утра идем в шоке вообще. Как вот вы нас здесь собрали? Буду трудиться день и ночь во благо Родины. Кто около окна сидит? Виолетта. Виолетта? Да. Ну все. Жара, конечно. Ну, как будто мы на море. Как тебе город? Полет нормальный. Город тоже. Мы заселились. Смотрите, обзорный номер, вот третий. Заходим. Тут большой шкаф. Тут вот это вот моя кровать. Это мои сожительницы. Холодильник. Чайник. Все есть. И еще один балкон. Не, отвечаю, Эльбрус бомбовая гора. Ущелье Терспол. В переводе означает «кривая рука» или «кривое ущелье». Команда Аэрополка, одни из первых, пришли сюда. 1.5 километра прогулки. Да, ребятка, как дышится? Нормально? Да. Даже у них акклиматизации не было. Ветка вообще на одной ноге прискакала. Вот такая красота. Кабардино-Балкарская республика. Эй! Коуч. Легенда. Аэропол сила. Сегодня Аэропол отмечает удачные спарринги. Всем накидали, всем прикурили. Вот я иду. Почти наверх поднялись. Водопад за водопад. Просто нереально. Высоко и нереально красиво. Главное, кавказских ребят. Тяжело.
Ну вот мы и поднялись. Это горы. Эльбрус. Ну что, над Чагет поднялись? 3600. Фу, это очень сложно. Снизу, с подножия наверх. Ни одну канатку, ни одну лебедку не использовал. Чисто на ногах, короче. Нереально просто, нереально. У каждого из нас есть цели, и все они похожи. Именно это объединяет нас и создает команду. Именно в этом клубе я обрел уверенность и способность достигать своей цели.